Сегодня нам поступил на ремонт вот такой вот замечательный триммер Эхо 2655. Вот триммер очень интересный. Во-первых, своим вот таким вот эргономичным стартом. Потом мы когда пойдем заводить, продемонстрирую вам очень интересный стартер. Вот причина обращения данного клиента: триммер не набирает оборотов и не имеет мощности, хотя заводится. Причина очень нам уже знакома. Вот очень многие модели и Эхо, и тут можно сказать все такие профессиональные триммеры. Вот Husqvarna там 128, 125. У них у всех основная проблема — это забит глушитель. Вообще, конечно, триммеры данной модели весьма надежные, практичные, особенно если служат в бытовых условиях. Поэтому мы не полностью, конечно, но на 90% примерно исключаем серьезную поломку. Вот. Сейчас давайте посмотрим глушитель. Здесь у нас шестигранником на 4 надо откручивать. Два боковых винта снимаем. Вот, снимаем кожу. Очень часто забивается просто вот здесь вот сеточка. Но многие люди, уже зная это, вытаскивают ее. Ну, мы сейчас посмотрим, что там у нас. Сеточки уже нету. Человек, похоже, уже это дело просек, так сказать, и сам убрал сеточку. Но многие думают, сеточку убрали, проблема решится. Зачастую это так и есть, но надо же посмотреть еще само выхлопное отверстие. Для этого мы также шестигранником на 4 выкручиваем винты, снимаем глушитель и смотрим. Ну, как я и предполагал, у нас с вами там для выхлопа газов осталось весьма маленькое отверстие, примерно со спичку. В таком случае триммер, конечно, работать не может. Сейчас я все это дело вычищу отверткой, промою бензином. Цилиндр снимать для чистки я не буду. Просто аккуратненько отверточкой почищу весь этот нагар, вымою бензином и покажу уже, как там все чисто. А после этого мы проведем обратную сборку и пойдем заводить. Итак, я аккуратненько вычистил отверточкой весь нагар. Видно там, не знаю, не видно. Изнутри. Промыл там все бензином. Вот. И теперь мы осуществляем обратную сборку. Назад прикручиваем глушитель. Значит, на два винта. Подтягиваем. Устанавливаем направляющий вот этот вот жоп или барьер, как его еще называют. Закручиваем. Так, ставим пластик, защиту. И
все, пробуем, идем заводить после этого. Сейчас заведем, послушаем ее и посмотрим, появилась ли мощность и появились ли обороты. Подписывайтесь на наш канал, заходите на наш сайт looptool.ru. Всем удачи, пока. Вот он наш триммер Эхо, на котором мы с вами прочистили выхлопное отверстие под глушителем. Вот, сейчас мы его заведем и послушаем, появились ли обороты, появилась ли мощность. Все работает отлично. Подписывайтесь на наш канал, заходите на наш сайт looptool.ru. Всем удачи, пока.